спинку прямо, меньше ручек, больше ножек. Пяточки вниз тянем, рысью. Тянем, тянем, надави чуть-чуть на стремя. Чуть-чуть на стремя, но не выдвигая ногу вперед. Теперь придави пяточки к боку и подай ему команду движению вперед. То есть к боку пяточки, ага, рысь, толкай лошадку вперед. Сил, застави его бежать. Во. Спинку прямо, подними голову, смотри прямо между ушей. Рысью. Не клонись вперед, молодцы, хорошо. Умничка. Да, Джуник вот так вот ест яблоки, ку-ку-ку. Поэтому говорю, покормите дома после тренировки. Это вот сопли, слюни, жидкость. Ну, скажи, самая приятная часть тренировки. Ужас. Сейчас он тут подберет, пускай. О, какой ты, блин, противный. Джуник, собирай там. Вот там внизу собирай. Нет, фу. Во, там вот, да. Скажи, ладно, понял. Понял. Да я тебя изначально понял. Ну, просто вдруг еще у вас есть яблоки. Все. Так, ириски угощения принесли. Яблочки. Вот, бубнит. Бубнелка. Так вот, яблочко, скажи. Ой, ты какой молодец. Даже я буду медленно говорить, я старенькая. Вкусненько. Все, собирай, подбирай ирис. Она, если захочет, она домой пойдет. У нее дверь открыта. Да там, там на любой гвоздиков, там миллион гвоздиков. Там на любой, где развязки, где мы его расседлывали. Ручной кот. Ну, это все. Кайфушка. Маше все носить кота. Маш, будешь приезжать, это, берите побольше. Побольше времени, чтобы у тебя было время потискаться. Вот, вот такой. А Чаки такой, держи, держи, сложился. Сложился, правда. Такой, лапы. Это релакс. Кошачий релакс. Чтобы он снова опилку. Такой, блин, все. Его можно вот так вот. А ты что стоишь, тиши? Ты держи, а ты чеши. Чаки.